Здравствуйте, друзья. Я нахожусь в русском селе Ивановка, что находится в сердце Азербайджана. Тут живет 2000 русских людей. У них колхоз. Именно колхоз. Это не просто так называется. Вот видите, за моей спиной написано «Азербайджанская республика. Правление колхоза имени Никитина». Никитин – это замечательный был человек, который прожил 90 лет с лишним, который в советское время был награжден орденами, медалями. Гейдар Алиев его награждал. И он один из тех, кто этот колхоз создавал. Три версии есть. Одна – то, что мы во время постов употребляли молоко. Вторая – то, что во время это считалось, это вера чистая, как молоко. И третья версия – когда наши предки отказались от православия, их Екатерина II выселяла, во всяком случае, в двух направлениях – на в Сибирь и на Кавказ. Вот наши предки как раз-таки на Кавказ пришли. Но когда их вели, во-первых, они пешком шли, с собой брали все необходимые. И вот во время вот этих переходов очень много людей умирало. И человек, который сопровождал, он обращался к синоду, что делать нам, дорогу умирает большое количество людей. А на старославянском языке что означало? Как говорили, что это очень много канут. А ему отвечали, мало канут, пусть больше канут. То есть мало канут. Они почему отказались от православия? Потому что они не верили крещению. Говорили, что креститься – это омывание тела, но не души. Надо верить трем единым богам – Отцу, Сыну и Святому Духу. Вот отсюда и пошло такое название. Он нас сохранил с тех пор сюда. Духовные христиане. Да. Духовные христиане, духоборы. Нас раньше так и называли – духоборы, старые обрядцы, молоками. Ольга Тимофеевна Жабина, председатель наблюдательного совета колхоза имени Никитина, села Ивановка. Нам как живут русские в Азербайджане? Вы знаете, мы себя называем русскими азербайджанцами или азербайджанскими русскими. И это, конечно, без преувеличения. Мы чувствуем, мы граждане Азербайджана, но к нам особые отношения со стороны президента нашего, вице-президента, со стороны исполнительной власти района. Это вы сами посмотрели, как мы здесь живем. Значит, у нас построена новая школа, вот вы увидите, вот немножко туда, если посмотрите, двухэтажная современная школа. Также у нас есть новая современная больница, но она немножко в другой стороне, тоже недавно построена. Значит, детский сад, буквально ожидается открытие нового детского сада на 80 мест, совершенно оборудован по современным, по всем стандартам, евростандартам. Даже редко в каком городе есть такой детский сад. Дворец культуры наш вы видели. Вот в прошлом году ну, просто потрясающе, совершенно огромный, не каждый город. Да, даже в райцентре у нас нет такого. У нас практически на 750 мест, но у нас проходят там отчетно-выборные собрания колхозные, концерты, всякие постановки, спектакли. Вмещает 1000 человек. В райцентре около 300. Ну вот, а как вот вы говорите колхоз, да? Все-таки сейчас колхозов уже нигде нету. Это просто название такое. Колхоз, а на самом деле какое-то частное хозяйство или нет. У вас реально коллективное кооперативное реально хозяйство? Реально не кооперативное. У нас колхоз, как советских времен остался колхоз. Вот, в принципе, нам надо его как-то осовременить, конечно. У нас нет паев, у нас вот колхоз. У нас, значит, государственная земля передана на вечное пользование колхозу. Это Гейдар Алиев, да, распорядился? Есть государственный акт, да. Значит, когда в 96-м году у нас было разделение земель на паи по всему Азербайджану, потому что колхозы, совхозы, они себя изжили, как-то надо было, ну вот разделили землю, у нас во всех селах, населенных пунктах, земля разделена на паи. И значит, Гейдар Алиевич, мы обратились, наши жители, привыкли жить общиной же, у нас же изначально молокане жили общиной, ну, считают, что вместе легче противостоять бедам и вместе радоваться, да. И он в виде исключения разрешил нам оставить колхоз. А я вижу, это мемориал павшим во время войны, да? Да, да. У нас с нашего села во время Великой Отечественной войны ушли на фронт 833 человека, 330 не вернулись. К сожалению, там добавилось немножко жертв новых войн, Первой Карабахской войны, Афганистана. И вот во Вторую Карабахскую сейчас погибли тоже? К сожалению, один наш воин стал шахидом. Буквально 9 ноября, вот, когда уже ночью было подписано договор о капитуляции Армении. И вот этот погиб. Очень, мы хоронили его всем селом, всем районом. Очень жаль, конечно. И раненые очень... тоже были, да? Раненые есть тоже, да. Ну, один наш житель тоже излечился. Я вновь вернулся сейчас. Ну вот ожидаем, Бог даст, скоро все вернутся, живы, здоровы. Когда-то... А много ребят вообще ушло в армию на войну, да? Ну, более 20.
Скажите, можно я вам задам вопрос? Азербайджан — это ваша родина? Да, они вот сражаются, они так ощущают, ребята? Да. Это они очень, у нас очень большой такой на высоком уровне боевой дух, потому что 30 лет наш народ терпел вот это, вы сами видите, как что там творилось, захват наших земель, оккупация наших земель армянской стороной. Да, и от мала до велика у нас очень патриотичная страна, мы очень любим свою родину, и все как один пошли, даже очень много добровольцев, которые хотели их вот, ну, по каким-то причинам. Из русского села, русских. Русское село. Основа жизни, она религиозная в Ивановке? Да, да, скорее всего, да, потому что в каждой семье есть бабушка, дедушка, которые посещают церковь. Естественно, вот, ну, лично я, мы воспитывались с бабушкой по отцовской линии. Она умерла в 90 лет, она ходила в церковь, всегда она говорила, вот, допустим, свинину есть нельзя, допустим. Ну, они, молока они не едят, пить нельзя, курить нельзя, там, короткую юбку одевать нельзя. И у нас это из поколения в поколение все равно, ну, современная молодежь, конечно, у них там свои есть и моды, и приоритеты, не знаю, но в основном у нас скромное население. Вот, придерживаются духовности, да, присутствуют. У нас очень многие, садясь за обед, молятся, да, благодарят за принятую пищу. Это норма у нас. Какая зарплата средняя вот у людей в селе? Ну, вы знаете, к сожалению, не очень высокая зарплата у нас, потому что, ну, разная, знаете как, у механизаторов очень хорошая зарплата. Сколько? Бывает, ну, 400 манат, 300 манат в сезон. А в основном не очень высокая зарплата, но часть как бы минимальная, да, считается по республике. Нам надо немножечко наладить, перепрофилировать, немножко осовременить производство. Ну вот нам руководство и района, и правительство нам очень помогает. Но вот сейчас в условиях пандемии у нас, ну, должны были произойти перемены, значит, увеличение крупного рогатого скота, свинопоголовья. Ну там вот сейчас строится карамельная фабрика, новое создание. Ну то есть осовременить нужно наш колхоз. Газ проведен всего? Да, газ очень давно, с 80-х годов у нас газ каждый год. Все условия у нас есть, у нас инфраструктура и хорошо развита. И в каждой семье, как я понимаю, люди еще держат домашний скот практически, да? Да. У вас тоже есть домашние скотины? Да, конечно. Да. Какая у вас? Какой у вас? У нас овцы, мы с сыном держим овец, да, раньше держали свиней, птицу, ну, куры обязательно, ну, чтобы свежие яичко. Вы говорите, свиней не едят, свинину? Ну, те, которые посещают церковь. А, такие они не держат особенно в доме и не едят. Да, а молодежь, вот, это же, во-первых, это быстрое мясо, да, они же быстро растут, и как бы и продать можно. Вот Радаев Олег Иванович, я председатель Ивановского сельского муниципалитета. Прокофьев Иван Павлович, представитель главы исполнительной власти из Смоленского района. Скажите, пожалуйста, вот я в Баку неоднократно видел в магазинах Ивановка, бренд, да, видел рекламу и так далее. Это ваша продукция? Ну, какая-то продукция наша. Есть пару магазинов в Баку, которая продукция действительно с Ивановки. А остальная продукция, скорее всего, левого фактора. Ну, вот такое ощущение, что Ивановка в Азербайджане пользуется огромным уважением, да, такой это очень высокий есть бренд. За счет чего? За счет качества продукции, чистоты продукции. Естественно, да, один из основных факторов, что это не комфорт, как не подделка, оригинал. Оригинальная продукция всегда пользовалась и пользуется авторитетом в любом области, в любой. Это значит, что вы скотине не даете биодобавки? Никаких, да, вас биодобавок, естественные корма. Только на естественных кормах, естественной продукции. А я держу и овец, я держу и крупнорогатый скот, у меня две головы. И также есть птица, есть кролики. Так что подсобное хозяйство обязательно держим. А сколько человек у вас в семье? У меня 5 человек в семье. А вообще семьи вот какие? Сколько по численности семьи, как правило? Большие бывают семьи? Большие у нас есть, средние 3-4 ребенка в семье. Но есть семьи, которые по 8, по 9 детей тоже имеют. Поэтому у нас есть многодетные семьи. Есть, конечно, у кого-то один ребенок, двое, но среднестатистически от 3 до 4. Государство оказывает какую-то специальную поддержку русским, вот, живущим здесь, в Ивановке? Специальную? Специальной поддержки, да, как таковой индивидуального направления нет. Есть государственная общая поддержка для многодетных семей, социальная помощь. Собирают соответствующие документы, потому что... То есть нет какой-то целенаправленной программы, там, поддержки Ивановки, например? Нет, поддержки Ивановки как таковой нет. Общее развитие, допустим, в социальном плане по стране идет, и, естественно, Ивановка тоже там. Я имею в виду вклад руководства страны, имеется в виду, как мы говорили, построена и новая больница, и новая школа. То есть это за счет государства? Это все, да, и ремонт, капитальный ремонт.
Дворца культуры, вы сами видели. Mm-hmm. Построен новый детский сад на 80 мест. Это все государственная программа социальная. Газ, свет, вода полностью газифицировано. Проблем в этом плане никаких нет. Газовая труба, я вижу. Да, газовая разводка по селу, все. Это проблем нет. Детям, многодетным семьям есть специальная программа государства, которая по минимальной заработной плате, допустим, если идет недостатка, то есть муж с женой работая, не в случае недостатка финансового, многодетным семьям идет целенаправленная помощь и поддержка финансовая. Вот я вижу вот дома, двухэтажные, большие, да. Каменные дома. Это дом одной семьи, да? Да, это дом одной семьи. Как вот получается так? Почему вот в России села у нас такие разоренные, запустевшие, а у вас вот русские люди живут, и у вас двухэтажные дома каменные, у вас как бы работа, колхоз работает, вот правление колхоза я вижу. Да. Как вот? У нас многоотраслевое хозяйство как таковое, поэтому, наверное, занятость людей больше. Не только растениеводство, животноводство тоже есть, виноградарство есть. У нас сейчас ребят, которые, допустим, есть собственные производства открывают, тоже переработчики сельхозпродукции. То есть собирают частного сектора молока, переработка тоже сельхозпродукции, сыр, масло, сметана, творог идет на реализацию. Есть пчеловоды, которые занимаются пчеловодством, мед. На Ивановке. Есть ребята, которые строительные, не организации, как бы компании, которые строительные работы идут, ребята ходят, зарабатывают деньги. И частные предпринимательские действия. Но в целом за счет колхозов все-таки вы что, в общую казну какую-то сдаете, да? Нет, мы ничего не сдаем в общую казну. Вы знаете, как у нас... У вас общий доход же колхоз. Колхоз на своем месте. Мы говорим сейчас про тех, кто, например, в колхозе не работает. У нас нет такого, что ты, допустим, обязательно должен работать в колхозе. Если ты механизатор, если у тебя есть соответствующие документы на управление техникой, на управление комбайном, трактором, ты, конечно, идешь в колхоз, работаешь, получаешь зарплату, натуроплату. Но если, допустим, у тебя не лежит душа к сельскому хозяйству, ты не хочешь так работать, ты можешь создать строительную бригаду небольшую из 3-4 человек и будете ходить по объектам, брать объекты, делать, зарабатывать деньги на этом, делать ремонт, строить дома. У нас много новых домов строится. Поэтому здесь можно дома у самого, сам человек дома может держать, знаете, так, небольшое фермерское хозяйство, например, около 10 голов скотину. Да, перерабатывать ту же самую продукцию и... Комбикорма дешевые у вас? Ну, я бы не сказал, что совсем дешевые, но от соотношения, допустим, 1 литра молока и 1 килограмма комбикорма, все-таки литр молока стоит дороже. Угу. Поэтому в плюс человек выходит. Кого хоронят сейчас? Сегодня хоронят нашего пресвитера Малоакканской церкви Прокофьева Василия Теремича. Сколько ему лет? 84 года. На 85-м году жизни ушел. Всю жизнь проработал в колхозе. Значит, потерял глаз один, тоже в колхозе. Колхоз выплачивал ему пожизненно, вот до конца смерти пенсию выплачивал. Сегодня хороним. Жалко, конечно. Если приглашаю вас пойти проводить вот туда его в последний путь. Пойдемте попрощаемся. Вот идет похоронная процессия, хоронит пресвитера Малоакканской церкви, местной общины духоборческой. Люди идут, несут его гроб и поют псалмы, духовные песни, которые так вообще не услышишь. Нам позволили снять и попрощаться с этим достойнейшим человеком. Еще люди тут говорят так, почему, говорят, сейчас мы все в масках ходим? По грехам нашим. Люди, говорят, столько болтают напрасно, что Господь на нас на всех намордники одел. Все хоронят русские, азербайджанцы вместе идут. Так живут и так уходят в последний путь русские на своей родной земле в Азербайджане. Когда вы слышите в России, что это война между какими-то мусульманами и христианами, то знаете, как живут русские люди в Азербайджане? На мой взгляд, так в России мало где они живут, как здесь. Это старый дом, да? Это один из первых домов. А, вот, 1888 год. У нас у каждого в доме желающего, кто желает, есть российские каналы. Естественно, такие ведущие каналы, как Первый канал и Россия. То в начале войны, честно сказать, очень большое возмущение у нас, так сказать, вызвали
нападки на Азербайджан, защита вот именно армянской стороны, попытка обвинить Азербайджан во всех грехах, в том числе это господин Соловьев, которому я хочу передать большой привет с Азербайджана, с Малаканского русского села. И хочу сказать господину Соловьеву, приезжайте, пожалуйста, сюда и посмотрите, как живут здесь русские, как живут здесь все национальности, которые здесь проживают в Азербайджане. Будем взывать Господа нашему Отцу Небесному и Спасителю Иисусу Христу, чтобы Он услышал молитву нашу, обратил милосердные свои взоры на молитву нашу, дал нам силу и возможность, чтобы тот, вот, который мы сеяли. Только Ты, Господи, можешь это сделать. Без Тебя мы, Господи, ничего не можем сделать, только с Тобою, только с Тобою. А Ты, Господи, долго терпеливо, многомилостив ко всем призывающим Тебя. Господи, прости, Господи, внемли и соверши, и не умей ли ради Тебя самого. Во все роды от века и до века, спаси, Господи, защити, благослови и помилуй, отныне и во веки. Аминь.